подожди. Мы на фоне, ты видишь, сзади у нас здание какое? Да. Ну вот, смотри, как он Черновецкий не выглядывает, ручкой нам не машет. Черновецкий не... А ты обращалась к нему, к Черновецкому? Нет, ведь он не обращалась. Почему? На Киевском областном телевидении даже не взяли диск мой показывать. Там за любой эфир просят деньги. У меня нет денег оплачивать. Не, лично к нему ты обращалась, ведь у него же программа борьбы с наркоманией. Лично обратиться никому невозможно. Я это знаю на протяжении 13 лет работы. Если ты пишешь обращение, ты просто пишешь письмо. Его получает помощник, а не лично. Получает помощник, и помощник фильтрует. Лично обратиться не знаю как. Единственный способ, который у меня есть, это поймать человека на улице, что не самый лучший вариант. Ты можешь сойти просто за несколько больного человека, который останавливает. Скажи, а в Киеве есть какой-то вот центр, ну я не знаю, клуб, там, ассоциация, где собираются все ребята, там, фирмы, организации, объединения, ассоциации? Черновецкий пытался объединить года два назад всех, которые занимаются этим вопросом. Но обычно все эти вещи, которые инициирует власть, они заканчиваются тем, что это просто инициированное сверху мероприятие. Люди приходят, поговорили и разошлись. Потому что существует такая вещь. У каждой группы, которая этим занимается, есть решение. Все. Мы знаем, как с этим справиться. И каждый проталкивает свое. Вот и все. И здесь единственный способ, как сделать действительно рациональное решение понятным и известным, это просто добиваться результатов. Просто добиваться результатов. И потом говорить о результатах. Тогда это достаточно постепенно становится обычным. Как многие вещи для нас обычные. Когда-то говорили, что Земля плоская. Сколько лет понадобилось, чтобы поверили, что она круглая? То есть надо людям говорить... Слушай, а какое мы место еще должны занять? Ну, сейчас первое место в мире. Мы должны оторваться с каким-то обалденным... Я знаю, что должно быть для того, чтобы люди... Что должно случиться? Что должно случиться? Должно случиться ужасное. Когда люди не смогут ходить по улицам из разбросанных шприцы. И когда каждый сосед... Не, успокойся, Марина. Сейчас уже, я тебе честно скажу, сейчас уже вот такая героиновая наркота там... шприцовая, она отходит на второй план. Сейчас же входит вот эта наркомания аптечная. Это еще хуже, это же намного хуже. Да, но она вообще копеечная. Ты знаешь, что она копеечная? Да, безусловно. Она стоит копейки. Это фармацевтический бизнес, да, безусловно, это продвигается. И менять идеи людей, это либо доходить к тем людям, которые являются законодателем мнения в этом обществе, и тогда показывать им, ну, менять идею таких людей достаточно просто, показать им, где правда, где неправда. Менять идею общества это требуется время. Поэтому обычно для того, чтобы доказать людям, что Земля круглая, надо говорить, вот посмотри, вот тут вот чуть-чуть, вот если ты на горизонт выйдешь, там чуть-чуть загибаются края. Видишь, вот немножечко. Человек, о, да, действительно, немножко загибается. И через там 20-10 повтор люди говорят, ну да, действительно, вроде немножко овал мы видим. Но чтобы понять, что она круглая, проходит достаточно много времени. Это просто время, больше ничего, доносить идеи. Безусловно, это доступ к СМИ, а он у нас платный. Денег у меня, например, нету оплачивать эфир. Областные телерадиокомпании с удовольствием меня берут в эфир, но их немногие люди смотрят. Попасть на эфир 1+1 или Интера, так это неинтересная тема, потому что это решение. А телевидение любит показывать проблемы. Решения там не дают. Решение это неинтересно. Интересно кровь, интересно, когда ограбили, коррупция. Вот это интересно. А когда решение, это неинтересно. Это политика, пресса, к сожалению, перешедшая к нам с загнивающего Запада. Реально это так. У нас сейчас принимается идея именно вот западного телевидения, когда должно быть скандалы, там вот туда вот интересно.